Мастер спорта по аэробике Тамила Слободенек занимается гимнастикой уже 10 лет. Работает тренером в детско-юношеском клубе аэробики «Самары». Этот коллектив вошел в сборную региона, которая представит Самарскую область на суперфинале фестиваля «Гимнастрада». Ребята едут больше за положительными эмоциями, признается Тамила. Это первое их участие в событии такого масштаба. Настрой у нас очень интересный. Мы хотим посмотреть на других участников, встретиться с знаменитостями, насладиться прекрасной поездкой. 7 команд из Самарской области будут бороться за главные призы соревнований в 3 номинациях – общая гимнастика, танцевальные и гимнастические виды спорта. В фестивале участвует 151 команда из 46 субъектов Российской Федерации. Надеемся, конечно, выступить отлично, конкурентоспособными, проявить себя, не подвести Самарскую губернию. Ну и наша основная задача – это отобраться в гала-концерт. Он будет представлять лучшие коллективы субъектов, которые приедут на финал. Перед поездкой в Москву в Самаре прошел региональный этап гимнастрады. Его посетили Ольга Цыганкова и Ирина Винорусманова, которые отметили высокий уровень выступлений самарских коллективов. В соревнованиях приняли участие все муниципальные районы губернии. Я хочу пожелать удачи сборной команды региона. Очень надеюсь, что мы их встретим на следующей неделе с медалями. По поводу сборной России не стал бы загадывать, но очень хочу, чтобы когда-нибудь наши спортсмены сборной команды Российской Федерации представляли нашу страну на международном этапе. С 18 по 19 июня участники выступят во Дворце спорта Ирины Винорусмановой. Финалисты примут участие в гала-концерте 20 числа. Ольга Павлова, Никита Колосов, Максим Гусев. События.